Привет, все крутые мужики и девушки. Не зря сказал про крутых. Все, кто заботится о своем благосостоянии, все, кто куда-то путешествует, все мечтают о комфорте. И вот он, наш комфорт. Оригиналка, видите, как переливается. Басеус. Красавец. Реально, уже с самой коробочки понятно ху из ху. Давайте, опа, разрежем. Как-то не хочет. О, пошло. Так вот, прикольно, из экологически чистых материалов, все собрано, достаточно маленький, я думал, если честно, будет больше. Все, тут три бумажечки, картонка, больше ничего нет. Первая бумажечка, сканируй код и следуй WeChat. Поделиться, наверное, своими впечатлениями. Следующая англо-китайская. Тоже что-то невнятное. Ну и третья, наверное, инструкция. Ин 1,5 ампера, 12 там, вольт и тому подобное. Эта штука поддерживает Quick Charge 3 и Quick Charge 4. Ох, ёлки-палки. Ну, в натуре красивая. Красивая карабулина. Тут у нас все на китайском. Написано 20 тысяч миллиампер. Модель BS20KP203. Круто. Ну, блин, ну красиво. 83%. Давайте в первую очередь, да, здесь у нас есть просто умный смарт USB 2.0, 2 ампера, и есть смарт 3.4.0 USB. Дальше у нас in-out идет наш Type-C, in у нас идет опять-таки Type-C и micro USB. Давайте пробовать. Поначалу с Type-C. Итак, друзья, у меня была заранее куплена Dash зарядка официальная вместе с кабельком от OnePlus 5. Он у нас поддерживает Dash, как раз таки Quick Charge, как его, третий. Давайте вставим его в розетку. Так вот, еще все новое. Видите, OnePlus. Давайте in. Ладно, чтобы не бомбануло. А не, сюда что-то не вставляется. Давайте вот in out. Не могу понять, заряжает или нет. 82% мигает. Чего тут? 82%. Восемнадцать восемь вольтампер. Ни хрена не могу понять. Давайте попробуем. Ну, обычные 2,1 ампер. Как оно у нас должно показывать? Мне просто интересно, как оно у нас должно показывать. 82 ин 82.
И все. То есть нету такого, чтобы оно так мигало, мелькало, как оно у нас мигало, мелькало. Что у нас оно тут поддерживает? Значит, давайте покажу вам. Скорее всего, у вас будет перевернуто, но мне так будет неудобно читать. Input входящая 5 вольт 2 ампера, еще через микро USB 5 вольт 2 ампера, 9 вольт 2 ампера, 12 вольт 1,5 ампера максимум. Через Type-C 5 вольт 2 ампера, 9 вольт 2 ампера, 12 вольт 1,5 ампера максимум. USB выдает первый 2,1 ампер максимум, и второй выдает 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера, 12 вольт 1,5 ампера. Type-C у нас на выдачу то же самое. И USB 1 плюс 2, 0 плюс Type-C, total 5 вольт 3 ампера. В общем, такие вот пироги. Ну, красивый Басиус. Давайте еще посмотрим, сразу ли у нас идет потребление энергопитания, или нужна кнопка какая-то. Сейчас не вставлю. О, вставили. И давайте попробуем на чем-то крупном, на вот out показывает. Показывает out и все. Не показывает нам ничего. Нисколько ампер потребляет, ничего. К сожалению. Ну и хрен с ним. Главное, чтобы работало. В общем, эта штука очень разрекламированная в интернете. Очень положительно они отзываются, говорят, что супер вещь. Очень будем надеяться, что это так. Во всяком случае, приятный дизайн. Такой, как будто сверху пленочка. Может быть, действительно сверху пленочка? Не. Просто такое приятное. Вообще, оно очень приятное на ощупь. Не знаю, не передать словами. Достаточно компактный размер. 14,5 сантиметров. На где-то 6, чуть-чуть, на 6,5, скажем так, сантиметров. И 20 тысяч миллиампер у этой малышки в запасе. В общем, такие вот дела, народ. Ссылочка будет в описании для тех, кто путешествует. Просто вещь. Друзья, что хотелось бы сказать по пауэрбанку. Пауэрбанк действительно шикарный. Он со мной был в Киеве, в части Украины, западной и центральной. Собственно, шикарная вещь. Мой Redmi 5 с нуля заряжал до 100% очень быстро. Но это не удивительно. Здесь идет 2,1 ампера. Здесь идет Quick Charge третьего поколения. То есть и 5 вольт 2 ампера, и 5 вольт 3 ампера, и 9 вольт 2 ампера, и 12 вольт 1,5 ампера выдает. Но это уже на устройство, которое поддерживает Quick Charge. Но сюда тоже можно вставлять 5 вольт 2 ампера. Здесь умный сам знает, как переключать. Собственно, заряжал я его и через micro USB, и через Type-C. Type-C нашел я. Этот я еще не разбирал. Dash вот начал разбирать, но еще руки не дошли его разобрать, посмотреть, что с ним. В принципе, он должен выдавать 5 вольт 4 ампера, но
что-то с ним не так. Вы это уже видели. Собственно, единственное, что не разобрался насчет вот этого вот гнезда. Мне кажется, может быть, это Lightning. В инструкции к Powerbank написано, что этот идет ID. Не знаю, мне чем-то напоминает Lightning. Может быть, вам тоже, если вы увидите. Но я его не вставлял, потому что у меня Lightning'а нет. И, собственно, ну и плюс все-таки неизведанная какая-то фигня неведомая. Боюсь испортить. В принципе, тут хватает разъемов, тут и микро. Причем Type-C классный, он и на вход, и на выход идет. И через Type-C можно заряжать даже ноутбуки. Quick Charge 3 позволяет это делать. Собственно, здесь тоже все характеристики написаны. Мы ранее с вами смотрели. Собственно, теперь по пауэрбанку. Мне его так и не получилось разрядить. В основном везде были розетки. Где-то, где я заряжал наушники, там вообще там 1% и наушники уже заряжены. Значит, мой Redmic 5 зарядился от 0 до 100% и показал мне Baseus разрядку. Показал, что у него осталось 89%. Это отличный результат. Напомню, что у меня телефон вообще выключился. То есть штука классная. Здесь отображается опять входящий ток и напряжение. То есть если это 5 вольт, то 5 вольт показывает, и количество ампер потребляемое. Если вы сюда его заряжаете через Type-C, оно покажет 12 вольт 1,5 ампера там, или 9 вольт 2 ампера. То есть все тоже классно. Заряжается через Type-C очень быстро. Я не засекал, но очень быстро. В общем, рекомендую. Классная штука, действительно, она себя уже оправдала в походе. Немножко, правда, поцарапалась. Здесь вот это вот зеркальное покрытие такое, царапучее сильно. Хотя особо нигде я его не ложил. Ложил, а поднимал аккуратно, но видно, оно подвержено царапкам. Но тоже дело такое. Можете для него приобрести, допустим, какой-нибудь чехольчик или пошить самостоятельно. Хотя я чехлов не видел в продаже на него. В общем, такой вот классный пауэрбанк, дорогие друзья. Рекомендую от всей души его. Действительно, вещь классная. Это куплено, повторюсь, за мои деньги. Это не реклама. Не реклама сторонняя. Это вот чисто мне понравилось. Действительно, я делюсь с вами замечательным хорошим продуктом. В общем, на этом все, дорогие друзья. Ссылочки вы найдете в описании. Я на этом прощаюсь с вами. Всех целую, люблю, пока.